Всем здравствуйте! Не успели поклонники популярной ведущей порадоваться по поводу получения ею награды ТЭФИ, как знаменитость дала повод для беспокойства, угодив на больничную койку. Все произошло в Минске, куда Лера Кудрявцева прилетела для проведения церемонии «Песни года». Но уже по прилету выяснилось, что ведущая не сможет выйти на сцену. У Леры сильно ухудшилось самочувствие, пришлось обращаться за помощью к медикам, которые настояли на госпитализации. Позже Кудрявцева нашла в себе силы выйти на связь с подписчиками в соцсетях и попросила прощения у жителей Минска. Поклонники ведущей принялись гадать, что же произошло с их любимицей. Ясность внесла близкая подруга Леры, Екатерина Гордон, которая рассказала, что Кудрявцева еле держится, ей делают капельницы, колют лекарства, а врачи на медицинских снимках обнаружили у знаменитости воспаление легких. Поэтому концерт проведет в Минске кто-то другой. Стоит отметить, что ранее Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками поводом для собственной гордости. На прошедшей на днях церемонии ТЭФИ заветной статуэткой отметили лучшее развлекательное шоу выходного дня. Концертный директор ведущий Табриз Шахиди подтвердил, что Лера простудилась еще на московской песне года, которую она вела вместе с Сергеем Лазаревым. Сейчас ее состояние стабильное, но выступление в Минске все же пришлось отменить. Желаем здоровья! А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!